Бельдиби расположился у подножья горной системы Восточные Тавры. До того, как в 80-е годы прошлого века здесь появились первые отели, Бельдиби был маленькой пастушьей деревушкой. Слово «Бельдиби» состоит из двух частей – «бил» – талия и «диби» – дно. Свое название поселок получил от небольшой реки Бельдиби, длина которой около 4 километров. До того, как в поселке начал развиваться туризм, дороже всего стоили плодородные земли – апельсиновые и гранатовые рощи. А прибрежные территории не стоили почти ничего. Обычно, когда приходила пора делить наследство, лучшие земли доставались наследникам рода, а что похуже, становились приданым для девочек. Однако, спустя совсем немного времени, внезапно, казалось бы, бесполезный песок, а точнее галька, стала золотой. В Бельдиби средиземноморский тип климата. Прохладу в это время можно найти только от морского бриза. Средиземное море в Бельдиби очень чистое. Оно отмечено специальной комиссией Евросоюза голубым флагом. А еще оно очень теплое, ласковое и спокойное. Thank you.